Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня выбрались с Андрюхой опять на рыбалку. Что будет, покажем. Надеюсь, щука клевать будет. Ночью уже холодные, днем обещали тепло, но пасмурно. Пока что светит солнце. Примерно 8:30 утра. Буду пробовать сегодня воблеры, которые пришли мне с Алиэкспресса. Если что, перейду на проверенный Беркинг арбузик, за который еще раз хочу поблагодарить Олега Есечка. Олег, привет, если смотришь. Ну, начнем ловить. Такое вот живописное, красивое местечко. Это все заводи. Ну, щука в них есть. Приступим к ловле. Вот, друзья, первая поклевочка. Уже хожу около получаса. Был один сход. И теперь вот словил такого вот шнурочка. Пробую ловить на новые воблеры. Ну и вот уже словил одного небольшенького. Один сход был именно с этого воблера. Похожу, попробую, потом, может, поменяю на Беркинга. Ну вот, друзья, буквально через 5 минут вторая поклевочка. Опять же отработал вот этот воблерок. И еще один шнурок у меня словлен. Продолжим дальше. Рыбка клюет, это радует. Правда, пока что только шнурочки, грамм по 300. Надежда всегда есть споймать что-нибудь хорошее. Две поклевки из трех были на паузу. Рыба сегодня берет не с под берега, а практически с середины. Здесь раньше был ручей, а сейчас на месте ручья появилась года 2-3 такая заводь. Солнышко светит, хорошо, ветра нету, но хотелось бы, чтобы было пасмурно. По прогнозу стояла пасмурная погода, и мы, конечно, больше рассчитывали на нее. Или удар был, или за траву спанул. Да, травка. Места красивые. Деревья начали желтеть. Благодать. Спиннингом Наутилус
Я очень доволен. Понравился. Воблер хорошо заглубляется, поэтому возле берега начинает цеплять траву. Но зато на той неделе на него было словлено 9 хвостов. Кто смотрел видео, все видели. После этого щука была удачно закопчена в коптильне. Мой рецепт копчения можете посмотреть у меня на канале, если еще не видели. Копчу дома, в домашней коптильне. Вот там всплеск был только что. Самое интересное, что осень. Сильно боя не видно. И рыба, щука была с пустыми животами. Не хочет клевать на камеру. Пару раз заброшу, пойдем дальше. Попробуем сделать паузу побольше. Поменял место. Пробуем тут пару раз забросить. Боюсь, камеру будет солнце слепить. Поменял, друзья, воблер. И вот первая поклевочка на этот воблер. Как всегда, отработал хорошо. Сегодня теперь на него все надежды. Попробую на него половить.
А потом, может, еще поменяю пару воблеров. Вот Андрюхин улов за сегодняшний второй хвост. Тоже словил на воблерок. Он его прячет, не показывает. Вот, ну вот такой вот шнурочек, грамм на 300. Ну, стало пасмурно и потихоньку начало клевать. Попробуем еще, может что-нибудь и клюнет. Вот, друзья, рыбалка подошла к концу. Сегодня у нас день шнурков. Андрюха словил 3. Я словил 3. Больше ничего достойного не было. Было только пару сходов. Ну и то, скорее всего, была не крупная щучка. Сегодня отличился вот этот воблер. У него сегодня 2 шнурка. На воблер от фирмы Беркинг словил 1 шнурка. Ну и все. Поднялся ветер. Что-то как обрезало. Часа 2 походили, покидали. И больше ничего так и не клюнуло. Поэтому завершаем это видео. Всех благ вам, друзья. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч.